Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Сегодня у нас на повестке дня свадебное платье. Свадебное платье с рукавами, кружевные рукава по низу, расшиты камнями, пайетированные, то есть пайетки наклеены везде, все это вручную пришивалось и наклеивалось. И кружево тоже самое, нашивались все вручную аккуратненько. Платье достаточно богатое, красивое. Единственное, это что сейчас, да, вот поближе сейчас посмотрим на него, насколько оно все у нас сделано аккуратненько. Вот, ну, как всегда, у нас модель не соответствует параметрам, так как грудь у заказчицы 90, поэтому у нас у модели грудь меньше, поэтому небольшие складочки на груди присутствуют. Но, в принципе, мы показываем вам не то, как платье по фигуре сидит, а его качество и как оно пошито, и всякие детали разные. Так, ну, подъюбник здесь у нас выглядывает. Сейчас подкорректируем и резинку, чтобы она не сползала. Резиночка сползает у нас чуть-чуть слегка на бедра, так как все резинки стандартные. Ну, и в принципе, любые вопросы пишите, пожалуйста, задавайте. Кто хочет изготовить такое изделие, вы можете написать в комментариях. У нас будут скоро для вас курсы по пошиву. Пожалуйста, пишите комментарии, что вы хотите научиться шить такое изделие, чтобы мы понимали, знали, что вам это нужно. Кто хочет заказать для себя такое платье красивое на пошив по своим параметрам личным, пожалуйста, заказывайте. У нас ссылка есть под видео. В описании есть ссылочка на интернет-магазин Элистор. Интернет-ателье, можно так сказать даже. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. В любом цвете, в любом размере можно исполнить. Кому понравилось видео, ставьте лайк и спасибо за внимание.